Ну что же, всем привет, дорогие друзья, вы как всегда на канале Лупоп. Сегодня мы вместе с вами плавно перемещаемся на сайте G-Drop, пополнил данный сайт на 20 тысяч рублей, но ты, к сожалению, видишь только 10 оставшиеся. Что ж, Legend of Dragons, новое испытание. Давай будем смотреть, что сегодня на G-Drop сделали новенькое. Опа, яички. Ну вот, десяточка, видишь, осталось пополнение это. Давай, ладно, сразу же откроем за 7000 золотое яйцо. Желтое оно здесь написано, яичко. Что нам выпадет с тобой? Дальность полета 1300, 1700, 2000. А что это такое? Что это дает? 2600. А, ого. Я понял. Шляпа полная какая-то. 2600 дальность полета. Следующая локация. А, это нужно все открыть. А, вот оно как работает. Ну, пожалуйста, 5000. Есть. 5000, первая локация есть. Что нам с тобой дадут? Сайрекс. 395 рублей. Ебать, вот это спасибо большое. Синее яйцо тогда еще откроем. А, тут надо до 15 тысяч долететь, нихуя. Я думаю, этот дракончик далеко так не долетит. И как-то очень медленно ползет. 5500. А, я понял. Продать. Ну, значит, будем депозитить. Мне очень интересно, что с последнего... С последней локации падает. Так, а что? А, вот в церкви что падает. Ничего себе, прикольно. Прикольно достаточно сделали. Окей, давай тогда смотреть дальше. Будем проверять кейсики. По моим бесплаточкам, я думаю, все прекрасно понятно. Начнем с кейса Рюдзин. Посмотрим, что тут у нас. 21 рубль, 83, 13, 38 и 15. 171, а потратили мы с тобой 170. Плюс 1 рубль, вот это спасибо большое. Сокровище дракона, тоже 5 кейсиков. Ага, понял. Понял. Что-то вот единственный плюс. А, вот два плюс. Плюс 186 рублей, тем не менее, кстати. Окей. Всадник. Потратим 1500 на 5 открытий. Получим мы с тобой, ну, хотя бы в нулиночку бы. Поскольку минус на сайте... Да его можно сказать и нет, в принципе. Потому что мы в предыдущий раз с тобой очень много забрали. Ладно. Пламя дракона. 3000 рублей за 5 открытий. Смотрим, что тут у нас. Бля, не помню. О, вот это, кстати, точно плюса по 1900. 5000 рублей, это плюс душечка, тем не менее. Кейсик гидры за 1100 рублей. В общей сложности тратим 6000 рублей за 5 открытий. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Как плохо-то. Ай-яй-яй. Минус 2,5. Ну, короче, будем сегодня крутиться, видимо, только вокруг нашего баланса. Воин дракона самый дорогой кейс в этой коллекции и падает, ну, откровенно говоря, полная ебута. А, нет. Утверждённое убийство, мое уважение, 6000 рублей. Еще тогда пятерочку сразу затраем. Это минус, это плюсик 800 рублей, это хороший плюс, это плюс и это минус. Кстати, плюс 5000 рублей. Погоди, а может быть и гидра нас окупит когда-нибудь сегодня? До 20 тысяч, я думаю, смело может поднять сегодня нас с тобой G-Drop. Ну, как будто бы не будет так интересно. Нет, это минус 100 рублей было. Ладно, еще раз дадим этому кейсу шансик, так скажем. Нет, один скоростной зверь, это вообще полный тильт. Это, наверное, самый неокупной из этой всей коллекции кейс. Воин дракона. Поехали, 5 разков еще тебя откроем. Золотая спираль, это плюс. Чудовищная смесь, это небольшой минус. На охоте минус, графит. Плюс даже. Плюс 1200 рублей. За счет чисто золотой спирали выехали. Что ж, окей, поехали тогда еще 5 кейсиков. Будем смотреть, мало ли еще что-то хорошее будет. А, ну вот. Ну вот, видимо, все. Видимо, это вот пиковый баланс был 16 тысяч рублей, ну ладно. Дадим ему еще один шанс. Но не такой, случайно просто открыл один раз. Может быть что-то хорошее, пожалуйста. Понял, 1200. Ну, сомнительно. Окей, еще 5 кейсов.
Поехали проверим, посмотрим. Графит плюс, пожалуйста, да. 2300, такое мариновое месте, 2500, ну, как-то все очень даже сомнительно начинает набирать обороты. Воин дракона, последние 4 кейса, и будем с тебя уходить, потому что ты как-то резко перестал окупать. 5300, давай даже третий. Заключительный, просто третий откроем. Ага, двушечка, две с пол... О, не две, а, вот, 10 тысяч рублей отбекал. Бля, опять зачем-то один раз открыл. Боже мой, Сём, что ты нахуй нажимаешь? Ледяной уголь. За 1200. Не хватает теперь. Чуточку не хватает, просто 9 рублей не хватило, ладно. Вот это плюс, вот это минус и вот это плюс. Да, все правильно, 12 тысяч рублей, за, тем не менее, за 4 открытия. Еще может быть плюсик даже один. Отлично, отлично. Ну, такое. Вот это прям хорошо. И вот это прям такое. 15. Двадцатка. Тем не менее, сегодняшний депозит отбил. Ну, как будто бы... Что тут? Драконы против викингов. Я хотел бы зайти, а оно не нажимается. Ладно. Окей, тогда будем до конца сегодня воин дракона этот кейс открывать по... 4400. Опа. Начинаются подъебосы. Ну ладно, плюс 500 рублей, как бы, тем не менее. Спасибо большое. Воин дракона. Еще раз. Это минус. Это минус. Это плюсик точно. Это минус. И это тоже минус. Даже золотая спираль не помогла вытащить этому кейсу. Ну ладно, еще тогда. Ага. 4. 2 с половой. 1206, отлично, отлично. Вот это прям хорошее открытие. Давай просто засунем все в контракты. Окей, не стал я засовывать все в контракт. Думаю, лучше еще пару раз дернуть, а то баланс потом может прекратить твое существование. Но вот сейчас как будто бы можно было бы засунуть в контракт. Но сейчас выпало на 8000 рублей, поэтому продадим. 26 тысяч рублей было, тем не менее, на балансе. Опа, такого не было. Вот, вот это вот можно уже и в контракте засунуть. 16 тысяч рублей. Только главное сейчас джиджи-дроп меня не подведи. Кстати, 30-ка, тем не менее, на балансе. 16 тысяч рублей, контракт падает. Ого. Я понял. Я понял все. 12 тысяч просто почикали у Сёмы из кармана. Спасибо большое. Ну это в нулину, да, опять? Ну да, плюс 800 рублей. Но мне так не интересно, мужички. Опять 16 тысяч поставь, я сделаю контракт. И если ты мне с второго контракта уже ничего не дашь, то это уже полный бред. И надо отсюда скорее-скорее валить. Ну, воин дракона прям расчехление полное сегодня какое-то происходит этого кейса. Это в ноль, да? Ну, прям это прям вообще копеечка в копеечку. Окей. Пожалуйста, прошу тебя, поставь еще на 16 тысяч рублей. Вот, распространение. Хорошо, давай, ладно, запихнем в контракт. Вот так, 12, да похеру, 12200. Давай, сделаем с тобой грязючку немножко. 10 тысяч рублей, нет. Так мне не нравится. Вот так, вот так. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, 9100. Смотрим контрактик. Что падает? Падает нам с тобой... Черепашка за 16 тысяч рублей. Я думаю, это можно подоставить на самом деле. И еще на десяточку вывести. Вот это, вот это, вот это, вот это в контракт. Юспик выведу. Того вот это вот на 20 тысяч рублей останется у меня. И калашек еще наследство. Новенький, а? Как тебе? По-моему, шикарно на самом деле. Что ж, вот примерно какой-то вот такой вот у нас видеоролик с тобой получился. Обязательно давай попробуем выбить еще скинчик на розыгрыш. Мало ли что-то хорошее залетит. А, стой! Ебай, Сём, ты фуфлыжник просто каменный. Окей. Я ж совсем забыл за бесплатные кейсики. Давай их по-быстренькому пролистаем. Мало ли еще с них что-то поднасыпет. Золотого, конечно же, мы начинаем смотреть, потому что отсюда уже какие-то нормальные, адекватные суммы начинают падать. Ага, топливный инжектор. Ну, пускай, ладно. Платиновый кейсик. Что в тебе мне ждать? Ну, первый класс как будто бы подороже стоил бы, ладно. И кейс элитный. Элиточка. Смотрим. Адское пламя.
будто бы адское пламя можно было бы тоже подзабрать, а вот это все, в принципе, на 2700 сделать контрактик. Пожалуйста, какой-нибудь хороший. Вот, погоди. 7900. А что если мы с тобой еще вот так? Да нет, давай даже обновим. И еще вот так. И вот так. Вот это домой. Это мы сейчас просто в апгрейдике еще по 10 тысяч рублей, мало ли еще что-то стрельнет. Вот так. Пожалуйста, с первого. Да, ну тут. Выебон того вообще не вставил. Ладно. Окей, и еще разочек на 10 тысяч рублей. Ой, 100. Нет, мне 10 надо, мужички. Давай, вот дикое пламя. В принципе, я думаю, будет сейчас заходить. Ну да. Конечно, будет оно заходить, когда у тебя Сёма уже и так в инвентаре. Сколько это? 20? 28? 32? 36 тысяч рублей удалось сегодня мне менее вывести. 36. Окей, давай какой-нибудь тогда, может быть, скинчик на розыгрыш, эмочку императора. Нет, давай калашик быстро красок. В принципе, почему бы и нет? 60% шанс. Хороший шанс, и он залетает. Что ж. Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше на данный коллаж, тебе нужно быть просто подписанным на канал, поставить лайк, написать свой комментарий, собственно говоря, из которых я и выбираю. И обязательно, розыгрыш происходит только от 20 комментариев. Так что, ребята, не забываем писать комментарии. Что ж, еще раз всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Обязательно тебе еще раз напомню, еще разочек. Никогда не забуду об этом напоминать. Подпишись на канал, поставь лайк. Что ж, а так, всем удачи и всем пока. Пока-пока. Пока.